«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Школьники в эти дни пишут пробные экзамены, а студенты постигают уроки добра. Один из них преподал человек сильный духом, член паралимпийской сборной Михаил Диктованный. Тема «Отношение к людям с ограниченными возможностями». Он потерял в аварии руку, но не сдался и каждый день доказывал себе и другим, что в этой схватке с судьбой он победитель. Сегодня Михаил Диктованный – паралимпиец, чемпион и автор проекта «Уроки доброты». Объяснять людям, что мы есть, что у нас есть, как бы есть достижения. Это мероприятие проходит в школах с младшими классами, потому что детей нам с детства показывают, чтобы они даже банально не пугались нас на улице. 10 лет назад на меня на улице показывали пальцем. Сейчас уже такого не происходит, все нормально на это реагируют, я даже теперь не ношу протез. В свой проект Михаил привлекает и других ребят с непростой судьбой. Анна Шитикова – одна из них. Она уже лауреат премии «Наше Подмосковье», но продолжает вести уроки доброты и на собственном примере объясняет, что стоит за толерантностью к инвалидам. В рамках своего проекта я читаю лекции в школах и институтах. В своих лекциях я рассказываю о людях с ограниченными возможностями. Именно все рассказываю, так сказать, чтобы стереть рамки между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью. Подобные встречи Михаил Диктованный проводит в разных подмосковных городах. Он считает эту работу очень важной. И если достучиться хоть до одного, значит цель урока добра уже достигнута.